На сцену приглашается ведущий творческий коллектив города Москвы, детский ансамбль народной песни «Росиночка». Лауреат международных и всероссийских конкурсов выступит с песней «Кузя едет на коне». Руководитель Татьяна Ведяева. Награда телепремии «Патриот России» вручается ведущему творческому коллективу города Москвы, детскому ансамблю народной песни «Росиночка» под руководством Татьяны Ведяевой. Планеты, голоса планеты. Спасибо вам большое, низкий поклон. Друзья. Да,